Авиакомпания. А что это такое? А это что? О, вау, ух ты, мне нравится. Поехали. Здравствуйте, я хочу познакомить вас с развивающей игрой «Логическое домино. Предметы 2». Производитель УАО «Радуга», разработчик «Малыши компании». Это домино двухсторонний, в нем 28 пластмассовых фишек. Первый вариант домино научит детей классифицировать и сравнивать предметы по группам: транспорт, мебель, инструменты, бытовая техника, посуда, спортивный инвентарь и музыкальные инструменты. Ничего себе! К предмету, изображенному на одной стороне домино, прикладывается фишка, где изображен предмет такой же группы. Например, автобус и корабль подходят друг другу, потому что это транспорт. Ложка и вилка подходят друг другу, потому что это посуда. Кресло и диван подходят друг другу, потому что это мебель. И так далее. Мне нравится. А фишки с надписями внесут в игру дополнительный интерес. Надписи на фишках: отдай любому игроку одну фишку домино, один дополнительный ход, пропусти один ход, пропускает ход следующий игрок и другие. На оборотной части домино веселые клоуны. Этот вариант игры направлен на развитие внимания. Детям необходимо найти одинаковых клоунов, да, и выложить все свои фишки. У меня такого нет. Второй вариант игры направлен на развитие внимания. Детям предлагается найти одинаковых клоунов и составить цепочку. Ух ты! Конец. Авиакомпания представляет. А что это такое? А это что? О, вау! Ух ты! Мне нравится. Ничего себе! Поехали!